Зачем приехали сюда? На заработку. Для заработка? При вас, в автомобиле, запрещенное что-нибудь имеется? Нет. С какой целью прибыли в город Смоленск? Чтобы врачу показать. С какой целью прибыли в город Смоленск? На врачи. На операцию. Я хочу врач найти. Задержанные успели организовать 62 тайника на территории Сафоновского и Вяземского районов. Оперуполномоченные провели мероприятие по изъятию содержимого тайников. В отношении подозреваемых отделом следственной части Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.